Орловская областная коллегия адвокатов выиграла грант. Теперь бесплатную юридическую помощь специалисты коллегии будут оказывать жителям отдаленных населенных пунктов региона. Первый прием в рамках президентского гранта провели 4 декабря в Глазуновке. Наименее социально защищенные, наименее маломобильные группы населения – это пенсионеры, малоимущие, инвалиды, ветераны, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. В течение года адвокаты областной коллегии будут оказывать консультативную юридическую помощь, выезжая на места. Встречи планируют проводить раз в месяц. Сосковский, Глазуновский, Корсаковский, Шаблыкинский, Урицкий, Дмитровский, Покровский районы. Выезд будет осуществляться согласно графику. В каждое из указанных районов Орловской области выезд будет осуществляться один раз в месяц. Проект будет реализовываться в течение одного года. Кроме того, жители районов со своими проблемами могут обратиться на бесплатную горячую линию по телефону 8 800 444 42 84.